достаточно уверенно наша экономика после определенного замедления темпов роста в 2015 и 2016 годах вышла на хороший стабильный рост 4%. Мало какая страна может похвастаться таким низким показателем 4,9%. Документ такого уровня, как налоговый кодекс, он принимается редко. У нас за всю историю нашей независимости это третья редакция налогового кодекса. Поэтому, конечно, подход был очень взвешенным. Должны сами быть активными потребителями, объединяться в общество потребителей, игнорировать каких-то там тех, кто, допустим, нечестно бизнес ведет, поднимает цены безосновательно. Где-то жена платит, где-то я плачу.